Желаю всем вам доброй, замечательной субботы. Я очень рада, что мы с вами опять собрались на детскую историю. И я хочу очень-очень поблагодарить каждого из вас, кто старается и присылает свои рисунки. Я рада каждому рисуночку. Вы большие молодцы. Давайте смотреть, что вы нарисовали. Ребята, вы знаете, что в моем детстве, когда я была еще маленькой, не было компьютеров и не было смартфонов. Поэтому практически все свое свободное время мы проводили во дворе, играя с ребятней. Мы играли в разные интересные игры, и в догонялки, и в выбивало, и в прятки. И еще у нас была целая куча интереснейших игр. Но бывало так, случалось, что что-то мешало нашей игре. Например, внезапно начавшийся дождь, или мама позвала домой. Сегодня я хочу рассказать вам историю о ребятах, которым тоже кое-кто помешал играть. Эта история произошла с девочкой Анечкой. Она была очень хорошей, очень доброй и очень доверчивой девочкой. И вот однажды, играя со своими близкими ребятами во дворе, она заметила на тропинке кое-кого. Мяу! Она заметила черную кошку, которая сидела и умывалась, и тщательно протирала себя своими мягкими лапками. А потом эта кошка обвернулась своим пушистым хвостом и сидела, смотрела по сторонам. «Какая красавица!» – подумала про себя Анюта. Она восхитилась этим животным и побежала играть дальше. Через некоторое время Петя предложил: «Ребята, а побежали, продолжим играть в саду, в тени деревьев, там нам будет намного интереснее». Все согласились и пошли в сад. Путь их в сад шел как раз через ту тропинку, где сидела кошка. И вот как раз, когда ребята подходили к этой тропинке, наша кошка потянулась и прошла перед ребятами по своим делам, прямо перерезав им дорогу. Запрыгнула на забор и скрылась в кустарниках. «Ну все, дальше идти нельзя», — сказал Петя строго. «Почему?» — удивились все ребята. «Да потому что нам перешла дорогу черная кошка. Разве вы не знаете, что это значит, будет какая-то беда?» «Мне бед не нужно, я туда не пойду». «Очень странно», — сказала Аня. «Разве может такая красивая кошечка принести какую-то беду? Это какие-то глупости». «А ничего и не глупости», — сказала Света. «Вот моя бабушка говорит, что черная кошка приносит только несчастье». «Все, ребята, разворачиваемся», — сказал Петя. «Пойдемте опять возвращаться во двор. Эта кошка помешала нам играть». И они, грустные, опустив свои головы, пошли играть обратно во двор. Эта ситуация не давала покоя Анечке. Она все время об этом думала. И вечером она решила спросить у своей мамы: «Мама, а правда ли, что если черная кошка перейдет мне дорогу, то случится какая-то беда?» Мама подсела рядышком к дочке своей и сказала: «Ну, конечно же, нет, дорогая моя. Разве может кошка принести какую-то беду или несчастье?» «Нет, конечно. Бог сотворил такое прекрасное животное для красоты и для радости в этом мире. Конечно, от кошки ничего не зависит, счастье или несчастье. И кошка, так же как и вы, имеет право ходить по любым дорожкам и по любым тропинкам в этом саду, ведь она здесь живет». «Да, но бабушка Светы сказала, что это плохая примета, когда кошка переходит дорогу человеку».
мама сказала: «Доченька, эти приметы придумали сами люди. К сожалению, люди очень редко читают Библию и очень редко общаются с Богом. А ведь в этой мудрой книге написано, что Господь – хранитель наш, который оберегает нас от всяких бед и от всякого зла. Доча, ты помнишь мой самый любимый псалом? Псалом 90. Давай я тебе оттуда прочитаю, что там написано». Мама взяла Библию и прочитала такие замечательные стихи. «Ибо ты сказал: Господь – упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, потому что ангелом своим заповедает о тебе, охранят тебя на всех путях твоих». Да, доченька, когда мы читаем Библию, мы тогда уверены в Боге, что Он нам поможет. И тогда мы не будем уже обращать внимание на то, что придумали просто люди. Анечка тогда успокоилась и сказала: «Ну хорошо, мама, но я так и знала, что черная кошка, она ни в чем не виновата, она не может принести никакой беды. Но я думаю, что беда с нами может случиться тогда, когда мы не просим Бога о помощи. Я уже не терплю рассказать своим друзьям об этом, что нужно доверять Богу и не верить тому, что придумали сами люди». Мама сказала: «Конечно. И еще было бы хорошо, если бы вы покормили эту кошечку». На следующий день Аня, Света и Петя пошли кормить кошку. Они дали ей ароматную сосиску и договорились, что больше никогда не будут отменять игру из-за того, что им перешла дорогу черная красавица с пушистым хвостом. Вы знаете, ребята, действительно, в Библии очень-очень много раз Бог говорит о том, что Он будет нас защищать, Он будет нас охранять, Он будет нам помогать. Нам самое главное с вами прочитать это и в это поверить. И я хочу дать вам сегодня необычное задание. Я хочу, чтобы вы дома на этой неделе прочитали Псалом 90 со своими родителями. Здесь очень-очень много раз Бог обещает, что поможет и защитит. И я хочу, чтобы вы выбрали один какой-то стих и выучили его. Я очень хочу, чтобы этот стих остался в вашей памяти, в вашем сердце на всю вашу жизнь, и чтобы он помогал вам помнить, что Бог – защитник ваш, помогающий вам всегда. Пожалуйста, расскажите мне этот стих, и я буду очень-очень рада, буду очень ждать нашей с вами следующей встречи. А пока я прощаюсь, всего доброго, пока!